Ортопедическая обувь. Звучит страшно и неудобно? Вовсе нет. Только взгляните, современные ботинки больше похожи на рекламу 3 в одном. Стильно, удобно и полезно. Если по-научному, ортопедическая обувь придает ноге правильное анатомическое расположение и обеспечивает равномерное распределение нагрузки. Детская же обувь требует особого подхода к разработке и изготовлению модели, так как именно в ней дети начинают познавать окружающий мир. Так как же выбрать правильную ортопедическую обувь? Ответ знает протезно-ортопедический центр «Алорта». Грамотные специалисты помогут не только подобрать обувь, но и проведут качественное обследование стоп, дадут необходимые рекомендации. Начнем с того, что обувь бывает двух типов – профилактическая и ортопедическая. Подробнее остановимся на первой. Она помогает неокрепшим ножкам ребенка поддерживать правильное положение и нормально развиваться. Это становится возможно благодаря особенностям конструкции моделей – мягкому канту, жесткому заднику, инверсионному каблуку, застежкам велькро и сводоформирующей стельке. Профилактическая ортопедическая обувь выполняет ряд моментов. Первое – это на гладкой ровной поверхности необходим небольшой каблук для правильной постановки стопы или, ну, можно сказать, как бы на угла атаки стопы, что ли. Также необходима фиксация пяточного отдела ввиду того, что у ребенка слабый связочный аппарат. Стопа несколько отличается от стопы взрослого человека. В области свода находится жировая подушка, которая рассасывается к 3 годам, а до 3 лет стопа плоская физиологически. И чтобы не было заваливания стопы, используется жесткий задник, используется вот инверсионный каблук и используется фиксация липучкой. Начать подбирать первую обувь специалисты рекомендуют с первого года жизни. Не стоит приобретать обувь большего размера, чем нужно, на вырост. Слишком просторные ботинки или туфли также опасны, как и чрезмерно тесные. Обращайте также внимание на носовую часть обуви. Она ни в коем случае не должна сдавливать или как-то ограничивать движение ноги. Важен и задник. Он должен быть плотным и надежно фиксировать ножку, защищая ее от травм и позволяя мускулатуре стопы правильно развиваться. Подошва должна быть амортизирующей. В центре Алорта легко найти обувь, отвечающую всем вышеперечисленным требованиям. Примерить можно модели лучших мировых производителей и обувь собственного производства. Подобрать правильную модель вам поможет врач-ортопед. Кстати, записаться на консультацию можно уже сейчас по телефону 73 01 92.